Дангун, тут чумби. В целом, сей. Чек. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Опять вот то, о чем мы вчера говорили, часть судьбы стоит воспринимать как грубую ошибку. Для этого делать поэтому не надо. Когда вот у нас проще, как бы, у нас пол деревянный, там шуршать очень приятно. Поэтому что это приятно. Да? Она мягенькая, ноги не упирает, не надо шуршать. Только концов, когда уже нога входит. Так что двигаемся не. Хорошо? Так, Нарани, вперед. Что, попробуем, да? В другую сторону начнем. Сей. Тангун Тучумби. Так, счет, давайте. Для чего мы это делаем? Говори, для чего? Для чего в другую сторону делаем? Молодец. Молодец. И значит, по поводу координации. Так, двух словах. У нас есть пять базовых качеств физических. Ну, это как бы спортивная общая теория спорта выделяет 5 физических качеств. 5 общих и, соответственно, те же 5 специальных. Значит, у нас есть сила, координация, быстрота, гибкость, выносливость. 5 качеств. Ну, ничего такого сложного. Это по общей теории. Есть другие градации, но вот мы говорим про эти 5. Соответственно, специальная сила, специальная координация, специальная быстрота и так далее. Значит, что касается координации, что может быть координация? Во-первых, туль. Как? Там, средний уровень. Так, так или так, да? Так, так. Это все тоже координация. Куда ударить? Спарринги – это как? Здесь я хочу попасть, или здесь, или я попаду прямо здесь. Вот это координация. Попал, не попал. Начал бить до рычаги, запутался в ногах, там, да, это тоже координация. Понимаете? Вот координация, она может быть общая, может быть специальная. Общее – это насколько я быстро начинаю учить новые незнакомые движения, насколько вообще я ориентируюсь в пространстве, спотыкаюсь на лестнице, там, ну, понимаете, да, там, запрыгиваю в автобус и так далее. Вот с координацией особенность такая – общая и специальная, они очень близки. Очень близки. И развивается в каком случае? Как развивать координацию? Так. По лестнице бежать, запрыгивать в автобус. Да, да, да. Прыгать перед вагоном метро. Хорошо, не прыгать. Получится. Какие варианты, коллеги? Надо ноги. Нет, ну я в общем имею в виду. В общем, как тренируется, как выносливость тренируется? Надо работать как бы в определенном там темпе, противостоять усталости. То есть как бы когда ты устаешь и ты продолжаешь тренироваться дальше, ты выносливость тренируешь, правильно? Вот. А как с координацией? Как ее тренируют? Упражнения на координацию. Делать туль наоборот. Чего? Упражнения на координацию. Какие? По точкам, например, нужно попасть в точки там, по лапам. Нет, нет. Ну вот, например, вот я, например, вот вы умеете делать сальто, да? Например, вы умеете делать сальто, а вы не умеете делать сальто. Вот вы будете оба делать сальто. У кого будет повышаться координация? У кого не умеет, правильно. То есть координация – это те упражнения, которые у вас не получаются, которые вы пытаетесь сделать. Вот за счет этого координация улучшается. А если они у вас получаются, и вы их делаете, координация уже не улучшается. Понимаете, да? То есть для того, чтобы улучшить координацию в туль, надо делать такие движения, которые не получаются, необычные. Необычные движения. Когда они становятся уже обычными, они перестают улучшать координацию. Они улучшают другие качества, но не координацию. Понимаешь?
Давайте. Раз. Взяли. Два. Три. Раз, два, три. Пам-пам-пам. Раз, два, три. Хорошо. Вот так взялись. Раз. Два. Три. С ножками бежим. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Левый. Левый. Раз, два, три. Давай, давай. Стоп. Поехали. Там, 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 там. Хватит ладошку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Раз, два, три. Я сам резко делаю. Понимаете, да, догадываюсь?